Короче, мы сейчас едем на репетиционную базу, где будем готовиться с моими прекрасными музыкантами к концерту, который состоится 20 марта в 16 тоннах. С каким хорошим настроением? Чувство. Вы же понимаете, когда ходите по магазинам именно по таким, ну, сегодня именно по тайским, у вас бывает такое чувство, что вы понимаете, что это полная хрень, но купить что-то хочется. Сто пудов? Вот у меня сейчас именно такое состояние. Да. Арарат, брат, специально для тебя. Настоящая Манчестер Юнайтед. Девчонки, это для вас. What's this? I want... How much? Oh, yeah! It's really Hermes? Видите, Стасий Рушин написано. 4500. It's Russian. This is my style. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, талантливые! Талантливые, никому не нужные, кроме меня, ребята! Ну ладно, сейчас пошли. Мы играем интро. Коротковатый, да, наверное. После интро я выхожу и говорю вот такую фразу, что, знаете, раз. Когда ребята, начинается концерт, постоянно, ну типа сейчас, когда начинается концерт и начинает играть ребята интро, ты постоянно волнуешься, не знаешь, как выйти. Когда смотришь всех этих известных исполнителей, думаешь, надо как-то красиво выйти, а потом думаешь, нет, ты же вроде из мира юмора, можешь как-то посмешнее. И думаю, это не канает. А когда заканчивается интро, ты понимаешь, а пофиг, и турабадабадабадабада. Эй, добрый вечер! Я часто снимаюсь в кино, понял? Нет. Ну, понятно. 3, 4. Ага. Надо было. Короче, написал такую песню. Я часто езжу в Саратов на доске кататься по Волге. И такая песня. Саратов по Волге, катаюсь, рисую. Я думаю лишь о твоем поцелуе. Тебя я не видел, вас я только знаю. Но каждую ночь тебя я катаю. Большие глаза, оголенные плечи. С тобой провести наш реалити вечер. Нежные губы, закрученный волос. За пару ночей я не слышал твой голос. Слезаю с доски от волны опьянения. Наверное, при встрече с тобою волнение. Друзья накрывают поляну на ужин. Но мыслями я тобою загружен. 100 грамм коньяка перед сном замахнуть. Я в номер бегу, чтоб скорее заснуть. Я засыпаю, ты появляешься. И чтобы сказать мне, снова пытаешься. И вот ты бежишь, та-та-та-ра-та-та-та. Ты манишь рукой жестами непонятно. И вот ты подходишь мечтать и куда-то. Стас, а возьми меня в Саратов. Не заработало. Я просто думал, что ты забыл что-то машину закрыть. Или давление подскочило, или ты спать захотел. Я просто не понял. Возьми меня в Саратов. А,
я в Москве, брат! В Москве! Ты где? Я в Москве! Я нормально, слушай, я подъехал, а куда идти, как? Проезжать мимо 16 тонн, ехать дальше, ставить машину, садиться на метро, заезжать в аэропорт и улетать отсюда нахрен. А, вон Слава. Hey, Mr. Parking Man! Так нынче модно парковаться. В общем, саундчек прошел успешно, все хорошо, я звуком доволен. Самое главное, боязнь, которая постоянно у меня есть перед концертами, это насколько людям будет интересно. То есть отработаем на 100% круто, сыграем, выложимся по энергетике, да? Самое главное, музыкальный материал. Как-то раньше немножко комплексовал в плане того, что люди же привзято относились всегда и относятся до сих пор к актерам, певцам. Но после того, как я увидел кандидатов в президенты, я уже ничего не стесняюсь. Почему я здесь? Потому что я хочу, и для этого есть все предпосылки. Огромное спасибо администрации парка, огромное спасибо господину Галицкому, что дали возможность провести здесь мой концерт. Живой концерт Стаса Ярушина. Я иду смотреть площадку. Здравствуйте, а вы не подскажете, где находится вот как парк, там концертная площадка? Так, обучись. Правее, вот это самое там, ну вот эта вода работает, вот эта вот. Так. Вот его пройдете, да, и там за ним дальше. Вот, ну тут вот идти вот прям. Да, 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 туда, да, туда, туда. Спасибо, да, вам огромное. Да, у вас потрясающий парк в Краснодаре. Я откуда? Из далекого города Челябинск. У нас нет парка. Ой! О! Вот это да. Видите? Я всем доказал, что я из Челябинска. Если я это не сделаю, я буду слабаком. Нельзя много работать, надо отдыхать. Вот это мой друг по совместительству водитель. Ему 29 числа день рождения. Мы поехали в Сочи, мы уже проехали на машине из Москвы до Краснодара, сделали все свои дела. Надо съездить на 3-4 денька в Сочи. Я-то лежу на своей ложе, знаешь, и чувствую себя как этот, как Бэтмен. С дикой скоростью лететь вот так. Я прилетел, концерт дал. Ой, Светка моя, я на гастроли куда, в Сочи. И все, самый дешевый артист по бытовому райдеру и по тревел-райдеру был. Вот я так живу. Вот так я живу. Вот так я живу. Выигрывает, но времени более чем достаточно. А это как? Ой, бум!
самые первые минуты, они самые висячие. Наташа, вам диск подарили? Уходите из концерта. Песенку простую, а я хотел написать тебе песенку такую, как будто рыцарь на белом коне мчит своей невесте. Вот только рифма не лезет в голову, хоть тресни. Как будто я тебе пою, да? Да. Фу, как мерзко. Это ваш сотрудник? Выгоните его из штата. 95-й. Давай, давай. Какой залить? А я хотел написать тебе песенку простую. А я хотел написать тебе песенку такую, как будто рыцарь на белом коне мчит в своей невесте. Вот только рифма не лезет в голову. Вот остановит интересно. Я думаю, остановит. По-любому. По-любому. По-любому! Инстаграм фотографирует, у него функция стоит квадрат, он уже в Инстаграм фотографирует. Ты местный? Да. Краснодарский? Да. Мы тебя свой лоб снимем, выложим, ничего страшного. Нет. Спасибо. Да не уходи ты от меня. Сейчас. Да мне просто бежать надо, у меня время. Ах, вот ты какой. Местный краснодарский шнырь. Он сёк тебя на протяжении нескольких минут. Подбежал, сфотографировался. Я хотел узнать у него о городе, об этом парке. Но это же ему не интересно. Ему нужен же был этот кудрявый из этого. Из неизвестного там сериала. Я же его прекрасно понимаю. Тихо, не кричите вы! Лиза, ты тоже премьер-министр? Надо параллельно вставать? Да. А ты смотришь мои блоги? Нет еще. Я не понимаю, как можно залезть, вот заехал ты сейчас, мы едем уже, да, там 10 минут. Ты заехал, спустился вниз и надо опять заехал. То ли дело хоккей, 2 часа у тебя картинка меняется перед глазами, ты ездишь, ситуации постоянно меняются. В общем, лыжи по-любому не мое, но пару часов этому уделить надо. В любом случае, после этого психологическое состояние будет мое потрясающее. Директор, это директор мой Илья. Здравствуйте, Илья. Илья, я на высоте 10 500 метров. Пристегнитесь, пожалуйста. Что, еще выше? Да. Рокер-чемпион! Рокер-чемпион!
Yeah! Просто, старик, поднимаемся на высоту... Сколько? 2200. Как будто ты не говорил. Мы просто поднимаемся на высоту 2200. Дамы и господа, встречайте, это Бангкок. Слушай, впечатляет, конечно. Мухи! Я здесь Костян, все знаю. Хоть. Сейчас налево, А налево? Я в Бангкоке, говорю, все знаю. Я ж тут каждые выходные сюда на тайский массаж летаю. Куда мы идем? А, вот этот терминал 21. Терминал 21. Очень большой торговый центр, самый большой в Бангкоке. О, страшно. У нас, оказывается, мало машин. What's this? Понял. Вот офис Сири, смотрите. Офис Сири. Сири, скажи, пожалуйста, где я? Ты, конечно, никогда так хамски не ел, ну реально. Ну и хамски в хорошем смысле этого слова, когда... Потом открытая проблема. Любимая жена, убери, пожалуйста, со сцены моих любимых детей. Я на все эти виды смотрю, я давно-давно, еще год назад, вот в таких видах, там еще если поглубже зарыться, хотел снять песню на клип у меня, хотел снять клип на песню «Спасибо тебе», она у меня есть. Ласково манит река берег, нет, ласково гладит река берега, рады попутным ветрам облака. Тихо звучит песня нового дня. Спасибо тебе, спасибо за то, что ты любишь меня. Спасибо тебе, спасибо за то, что ты любишь меня. Эмоционально устал. Собираюсь поехать сейчас в Челябинск, поболеть за Челябинский трактор в играх плей-офф континентальной хоккейной лиги. Голос подсел, эмоции хорошие. Я закончил сегодняшнюю историю с чувством выполненного долга.
мы едем слушать рок-н-ролл. Антон с универа. Это подготовка к Бобровскому. Забью ли я или нет? Нет. Я думаю, что нет. Ни хрена!